Доброго времени суток, вы на канале Дифи. В этом ролике я подведу итоги, чего я смог достичь вместе с вами за этот год. И раз вы уже зашли на этот ролик, досмотрите его до конца через «не могу», через «не хочу», а также поставьте ему лайк и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ровно год назад, 21 июля 2022 года, на просторах Ютуба появился канал Дифи, который не имел никакой аудитории, никакой узнаваемости. И вот сегодня, 21 июля 2023 год на дворе, и я смог собрать 7800 подписчиков. У нас уже огромная семья, мы на этом не останавливаемся, будем топить дальше. Также за этот год я выпустил 243 ролика. Большинство роликов выходило по игре Drag Racing уличной гонки. Но также выходил и другой контент, и в будущем его будет все больше и больше. За сутки канал может собирать по 10 тысяч просмотров и подписывать до 20 подписчиков. Как по мне, это неплохой результат, как для канала с тематикой по одной игре. Ну и раз я уже заговорил про просмотры, то вот топ-3 самых просматриваемых видео на канале. На первом месте видео «Как настроить автомобиль», на втором месте «Что будет, если сломать двигатель», на третьем детально про крафт двигателей. Эти данные точны на выход данного ролика, в будущем все может измениться. Вот топ-3 самых просматриваемых шортс. На первом видео я создал Nivaz, на втором сколько стоит 1 литр бензина, на третьем когда увидел красивый винил. Ну а что я только хвастаюсь, вот топ-3 видео с наименьшим количеством просмотров на канале. На первом месте видео, которое вышло буквально сегодня, про Project Drag Racing, на втором видео, которое вышло самым первым на канале, а на третьем видео про одиночку или команду, что все-таки лучше выбрать, и оно разделяет место с аккаунтом с 0.3.0. Раз уже посмотрели про видео, то посмотрим и про шортс, топ-3 шортса с наименьшим количеством просмотров. Первое место — это видео про Запорожец, второе — про то, кто победил в розыгрыше, и третье — про то, чего я смог достичь Hustle Online. Самым залайканным видео оказалось видео про комплексную настройку. Оно собрало 1200 лайков, и это рекорд на моем канале. Пока что мне его перебить не удалось, но вы это можете вполне исправить, поставить лайк под этот ролик. Также шортик с наибольшим количеством лайков — это шортс «Конец чемпионата». 3500 лайков. Как по мне, это тоже довольно хороший результат. Но хотелось бы увидеть что-то новенькое, увидеть новые цифры и побить эти рекорды. Так что все в ваших руках. Вот те плейлисты, которые есть на моем канале. И среди этих плейлистов можно заметить игры, по которым я снимал контент. Это, разумеется, уличные гонки, это D3 3D, это Hustle Online, это Project Drag Racing. Также Car Company Tycoon. И пару рубрик по типу Diffy News, просто Diffy, и видео про мой Запорожец. Но стоит еще упомянуть цели, которые я хочу выполнить до 2024 года. Хочу, чтобы на канале стукнуло 10 тысяч подписчиков до 21 сентября. Выложить новый контент по двум играм, провести стрим, снять влог, выложить ролик про Запорожец. И до конца года следующего подписать на себя 100 тысяч подписчиков. Ну и еще небольшая информация. Я в поисках спонсоров, в поисках рекламодателей. Хочу все вырученные деньги вложить в развитие контента. Спонсором вы можете стать по ссылочке в описании, ну или связаться со мной по почте, указанной о канале, и предложить мне сотрудничество. В общем, такой ролик получился. Не забывайте лайки. С вами был как всегда Дифи. Пока-пока.